площадка, как всегда, удивила своим необычным сочетанием галереи с виртуозным сопровождением вечного оркестра, который сделали просто незабываемый сегодняшний вечер. Очень хотелось бы, чтобы эти традиции продолжились. Спасибо большое за концерт. Нам очень понравилось и сам формат, и погружение в музыку. Виртуозы Москвы действительно виртуозы. Спасибо огромное. Это действительно роскошь какая-то. Мы сами себе завидуем, что сегодня нам достался такой подарок. Волшебная, целительная сила искусства классической музыки в виртуозном, великолепном исполнении. Мне кажется, это вообще классная идея, когда к живописи ассоциируется какая-то музыка подходящая и помогает, в общем, и воспринимать картины, и история рассказывается, тоже как бы такая функция просветительская получается, очень полезная, я считаю. Содержание для своих картин, пользовавшихся большим успехом, она почерпнула из... Были в первый раз, попали совершенно случайно, придя сюда с детьми в экспонариум, вот, но увидели, что проходит концерт, решили сходить. Потрясающий совершенно концерт, море впечатлений, море позитивных эмоций, сумасшедший заряд энергии. Мне очень понравилось, что все музыкальные произведения были не очень длинными. Я думаю, что вот это вот клиповое мышление, которое сейчас царит у нас среди молодежи особенно, оно перенеслось и в область музыки. Поэтому если бы какая-нибудь там вот сюита была длинной, это бы немножечко раздражало, потому что мы уже ждем демонстрации очередной картины. Поэтому мне кажется, что они нашли золотую середину. Просто чудесные впечатления. Если музыка – это зеркало души, то классическая музыка – бальзам для души. Мне все безумно понравилось. Спасибо большое. Знакомые картины заиграли по-новому. Очень понравилось сочетание картин во время музыкального концерта. И вот это вот просто фонтан искусства был прекрасен. Однозначно мы с семьей будем посещать подобные мероприятия. Они очень тронули. В них были и этика, и эстетика. Вечер был просто великолепный.